Так, я пока прокомментирую. Мы сегодня находимся 1 июня 2013 года в минеральных водах. Ну, удивительный день такой, везде прием такой оказывают. Ну, бывает где-то не так, как надо. Ну, сегодня мы как на крыльях летим. И вот сегодня уже закрыты библиотеки. И вот в минеральных водах, вот библиотекарь 40 лет работает в этой системе, Ирина Николаевна. И она решила нам даже книгу подарить Виктору Николаевичу для детей в школе. Вот наши книги приняли. И настолько все это быстро, ласково, что мы выходим, только одни улыбки остались. Как Господь делает. Пройдет время, ну, если Господь позволит вернемся домой в сентябре, мы будем в Mail.ru, мой мир. И там это все будет выставлено. Вы найдете этот ролик, эти фотографии. Спасибо. Да, вы ко мне, друзья, попросите. Игнатий Лапкин, я один такой на Mail.ru. Хорошо. Здесь 144 тысячи.